А находки шимкенцев становятся экспонатами музеев. Люди несут самые разные предметы. Это кувшины, украшения, самовары, музыкальные инструменты, фронтовые письма. Внушительная коллекция, собранная горожанами, хранится сейчас в Сайрамском историко-краеведческом музее. Там более 8 тысяч предметов, и каждый со своей уникальной историей. Экскурсоводы говорят, что пройтись вот под таким залом – это как вспомнить все. В Международный день памятников и исторических мест, которых слово отмечается сегодня, 18 апреля, сотрудники музея достали для посетителей уникальные вещи. Их показали школьникам и студентам и даже разрешили прикоснуться к истории. Для гостей также организовали экскурсию по жилому массиву Сайрам. Это средневековый город из Пиджаб, которому больше 3000 лет. И об этом свидетельствуют найденные артефакты. Сайрам – одно из древнейших мест Казахстана, где много достопримечательностей, памятников, поэтому туристы приезжают сюда. Сейчас здесь в музее 8606 экспонатов, и желающих посмотреть историю с каждым годом становится больше. Мне удалось увидеть то, что оставили наши предки. Это разные кувшины, инструменты, посуду, которые они использовали. Через эти предметы можно изучать историю, традиции. Я сегодня испытала невероятное чувство гордости.